Наша команда представляет проект «Передержка. Поддержи друга жильем». Это онлайн-платформа, которая объединяет людей, зооволонтеров нашего города. На одной передержке зачастую бывает по 20-30 животных. Наша онлайн-платформа позволяет этим людям найти куратора животных, который бы взял содержание животного за свой счет и помог бы ему обрести истинный, уже постоянный дом. На самом деле, передержек очень много в городе. А вот пунктов временной передержки или приютов практически нет. Поэтому мы столкнулись с ситуацией, когда брошенное животное остается фактически один на один с человеком, который его подобрал. Но ведь необходимо поддерживать таких людей. Проект получил серьезный отклик в обществе. И на сегодняшний день, за 2 с небольшим месяца реализации проекта, мы провели несколько акций. И буквально на прошлой неделе была организована акция в торговом центре по льготной стерилизации животных. Мы нашли спонсоров и клинику, которая готова сделать большую скидку для стерилизации животных. Это достаточно дорогостоящее мероприятие. Это же не домашние животные, это бездомные животные. Они постоянно поступают на передержки. И все это делают зооволонтеры своими собственными силами, зарплатами своими, какими-то сбором пожертвований своих, которые, как правило, не очень большие. Поэтому на сегодняшний день это вообще единственная возможность сделать такое вот доброе дело, стерилизацию бездомных животных. Если мы не будем стерилизовать животных, вал бездомных животных, он потом накроет просто, и это очень все опасно. Разные прецеденты бывали, поэтому эту проблему, конечно, нужно решать, и нужно решать цивилизованно. Мы попробовали провести эту акцию для того, чтобы прощупать рынок, с одной стороны, и понять, насколько эта штука востребована. За 15 минут мы реализовали все флаеры на льготную стерилизацию и выезжали к людям, которые занимаются передержкой животных. Они говорят о том, что стерилизация – это 50% успеха. Стерилизованную кошку или собаку забирают с большей охотой. Возможно, моим друзьям уже несколько скучно со мной, потому что первое, что я им рассказываю из новостей: «А мы вчера пристроили еще одного котенка», «А мы вчера купили еще одну когтеточку» и так далее. У нас сейчас живет 14 кошек, 7 из них наши домашние звери, и 7 ищут хозяев. На содержание, ну, где-то 5, 7, 8, может быть, подопечных именно временных уходит больше 10 тысяч рублей. У нас даже один месяц получилось больше 20 тысяч. Наши все животные обязательно проходят ветеринарный осмотр, проходят декриминализацию, вакцинацию, стерилизацию тоже в идеале. Понятно, что вот эти вот кошки, которые конкретно наши, они тоже однажды были вот такими подобрышами. Проблема с бездомными животными на самом деле очень острая. Мы хотим, чтобы наш проект изменил ситуацию и наконец-то обратил внимание государственных органов власти, общественности, которая подключалась бы к развитию системы передержек. Таким образом, позволяем развивать в городе зооволонтерство, гуманное отношение к животным и снижать численность безнадзорных животных на улицах города. Надеемся, наш проект позволит изменить ситуацию к лучшему. Мы в это верим.